эти метки не на русском. Может, предупреждение? Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красные что-нибудь? Начались гонения на пророка и на его последователей. Там внизу вода. И, похоже, очень много. Золотая монета с изображением города. Икона пророка, отлитая из золота. В городе начали развивать свой стиль, но икона все еще очень похожа на византийскую. Наверное, это часть механизма. Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется.
Это цистерна. Это дверь. Она удерживает воду. Любовь моя, прости, что давно не слал тебе писем. Дел было не в проворот. Как приедешь, тебя будет ждать дом со всеми удобствами. Совсем как там, на старом месте. Перед нами стоит грандиозная задача. Надо разработать и построить систему водоснабжения. Я пойму, что трудился не напрасно, когда снова увижу тебя и детей. Мы создадим здесь новый мир. Ничуть не хуже того, который ты ради меня покинула. Теперь я смогу там проплыть. Этого масла хватит с избытком для освещения нижних коридоров. Только везите его осторожно. Оно легко испаряется. Мы еще не довели до ума технологию очистки. Ты сразу узнаешь того, кто руководит строительством. Мы все его знаем. Без его познаний никто из нас не пережил бы трудный путь. Не задерживайся там. А если он спросит о своих жене и ребенке, притворись, что ничего не знаешь. Он все никак не смирится с их гибелью и ждет, что они прибудут со дня на день. Нам очень нужен его гениальный ум. Боюсь, если он поймет, что произошло, мы его потеряем. Thank you.
получилось. Древняя рукопись о дарах Земли. Ты вернулась? Хорошо. У нас есть дело. В чем проблема? Я отправил воинов в долину. Двоих самых смелых ночью захватили враги. Я уверен, они еще живы. Третий убежал. Он говорит, что пленники заперты под железнодорожной станцией. Перед тем, как убежать, он видел, как их посадили в клетки. В долине осталось еще десяток воинов. И я должен быть здесь, руководить ими. Но ты... Я видел, на что ты способна. И теперь вынужден просить тебя о помощи. Да, да, конечно. Спасибо. Они знали, на что шли. Они с радостью отдадут свои жизни. Но я не могу этого допустить.
через решетку. Похоже, что-то есть. Я тебя вижу! Сюда. Все хорошо. Держись, я тебя оттуда вытащу. Лагерная карточка одного из заключенных. Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Я нашла ваших воинов. Они живы. Нет, не слепой случай привел тебя в эту долину, Лара Крофт.
Мы мало чем можем тебе отплатить, но, надеюсь, это тебе пригодится. Холодно. Грамматика хромает, но, по-моему, речь о каком-то тайнике. Демьян, кузнец пророка.
Чертеж — это только начало строительства города. Нужны материалы. И нужны люди, которые умеют строить. Демьян был таким человеком. Поговаривали, что он может сделать кирпич из комка грязи. Говорят, его искусство было вдохновением свыше. Именно его рука придала форму мечтам архитектора. Лара, у тебя есть минутка? Нужны твои таланты. В чем проблема? Птица должна была принести отчет о передвижениях захватчиков. Нам жизненно важно оставаться на шаг впереди них. Но чертова птаха потерялась из-за радиовышки. Какие бы волны ни испускала эта дрянь, чувство направления у птицы она сбивает. Наш информатор убит. Нам нужно получить эти данные, чтобы его смерть не была напрасной. Я знаю, ты можешь выследить эту чертову ворону не хуже любого охотника. Сделаешь это. Сделаю все, что смогу. Буду очень признателен.
нашла птицу? Нам очень нужны эти сообщения. Я наконец-то нашла твою птичку. Вот сообщение. Так, то, что надо. Пути снабжения, маршруты патрулей. Устроим засаду. Мы в долгу перед тобой, Лара. Все мы. Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Собранная из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Семейная фотография. Сделана в России в конце 50-х годов. Наверное, кто-то из них сидел здесь. Здесь что-то написано. Помните.
Кажется, там кто-то есть. Есть, коза! Понял по разговорам, они думают, что нашли Атлас. Давно пора, а то мы какой раз уже выходим без толку. Жаль, нас в том отряде не было. Я там был, в старом городе. Они... я не знаю, это не люди. Пару дней назад я бы сказал, что ты бредишь. А сегодня? Даже не знаю. Мне все равно, насколько тут холодно. Я под землю не вернусь, ни за что. Thank you.
Еще что-нибудь нашла? А то они уже начинают подозревать. Скоро надо будет валить. Такого на рынке еще резко. Техника на грани фантастики.